Национальным напитком Чувашии делалось пиво. Скажите, пожалуйста, из чего же готовился этот напиток? Ячмень, хмель, вода, еще вряд ли. Зерно, сок, конечно же. А еще хочу вам сказать, что каждая девушка, каждая женщина имела свой неповторимый способ приготовления этого напитка. Движения. Пожалуйста. Ребята, этот режим коррумпированный не хочет, чтобы у нас была память, а у нас память, вот она, молодая. Вы не трогайте нашу память, подонки, вы не трогайте нашу страну, которую мы защищали от боли, когда враг принес нам эту беду. Мы детей своих хоронили в окопах солдатских, омывая слезами родных. Вы не верьте в эту беду, ребята, вы не трогайте нашу страну, по которой фашисты прошли. Пеплом покрылась земля, слезы в росу перешли. Родина – это наша земля, по которой мы до победы дошли. Вы не трогайте память мою, если тронете, то я не смолчу. Я вам в рожи поганые плюну, если вы плюнете память мою. Здоровья вам, ребята! Мужество! Эта дата будет на всю жизнь вам! Ленина. И вступлением в ее ряды нового пополнения объявляю закрытой.